Всем добрый день! И где это мы находимся? Ягеллонский университет. Коллегиум... Что должно быть коллегиум Майус? Тут написано коллегиум Майнус. Ну, судя по всему, значит, следующее здание коллегиум Плюс. Красота какая! Так, сейчас пройдемте и покажем вам замечательные, красивые здания. Вон Наташа уже просто... зависла. Классная картина, да? Наташа, фонарик и красивое дерево. Они два дерева, они так друг друга дополняют. Просто сказка такая. О, какие гербы красивые вверху. Какая дверь. И морды, смотри, опять эти сатиры, или как это называется правильно. Посмотри, там как да, собаки, да, сейчас. Как это. А они повторяются? Давайте рассмотрим с вами. Ух ты. Морды, я не знаю, это мордами или лицами называют. То как собака, прикольно. Ну, у собаки морда, у сатира, наверное, облычь. Не знаю. Ух ты. Вот такая красота. Мне так рамы нравятся, как они новые поставляли, но коричневого цвета, очень красивые. Ну, то есть, скажем, это такой коллегиум зданий. Очень много зданий. Да? Институт истории, видишь? И нам заходить нужно с этой стороны слева. Пройти немножко и завернуть влево. Пойдем. Возвращаемся в кадр. Наташа мне снова подсказывает, что я плохо вижу через камеру. Да, показываю вам сову. Прекрасно. Это, наверное, символ учебы, что ли? Ну, наверное, знаний. И смотри, она змею словила. Морда да. Змеи и хвост. А это такой дракон или какой-то грифон даже тигра, дракон. Да, грифон. Грифон, потому что скорее всего это грифон. А смотри, даже камеры сделали это рыжий под цвет, чтобы красиво все сделано. Оттеняли, с умом. Да, очень красиво. Змея бедняга. Так, ну а теперь точно пойдем. Ну вот это самое старинное здание Ягеллонского университета. Находится на улице Ягеллонской, где-то в 7 минутах от нашего отеля, наверное. Кстати, сейчас зайдем и посмотрим, чтобы уже сделать картину полностью. И про ботанический сад. Ну, Наташ. Это профессорский сад называется. Ага. Ага. Который находится вот в старом городе по адресу Ягеллонская, 17. Ух ты, такие корона прям. Это они красивые. Это еду. Ну, давайте посмотрим как раз вот видео с Ягеллонского университета. Так, что-то я вам тут зачем-то увеличиваю. Страшно какой-то смешной, да? А вот еще один красивый страж, их двое. Ну вот, тут, кстати, тоже есть лавочки, можно погулять, посидеть, как будто в саду практически. Вот люди тоже сидели, отдыхали. Ну, здесь есть и лекционные залы, и всякие такие прикольчики. Есть что посмотреть, красивое здание. Ага. Дивись. В конце 19 проблема века со временем. Парк был передан к факультету ботаники, который организовал на его территории небольшой ботанический сад, насчитывающий около 300 видов растений. Угу. И там мы уже были. Так, ну давайте еще немножко догуляем, чтобы сделать картину полной. Очень красиво. Ну, если здесь идут лекции, ну, лавочек, кажется, так маловато, я вам скажу. Ну, здание красивое. Такие красивые растут кусты, цветы. Гулять одно удовольствие. Конец августа и очень жарко.
спокойно. Да, тихо, спокойно. Представляю, как здесь, когда студенты. Вау! Так, ну вот здесь. Наверное, тоже история Ягеллонского университета. Там. Ох, да, это такое военное время. Ну да, 93. Ясно. Это то, что выдавали хлебчик. Красиво. Так, ну, этими дорожками можно прогуляться. Здесь оно находится в центре. Мы гуляли возле него. Даже в видео вечерний Краков ходили. Ну, всякие такие штучки, пучки, фигли-мигли. Что это такое, ну, Наташ? Не знаю. Это что-то по физике, да? Конечно, не знаю. Ну, давай, вот. Сложить нужно эти штучки вместе. Ты же все время говоришь, что там физику учила, я не учила. Я учила. Сложи-ка их, Наташа. Это вот какие-то силы чего-то, трение на хотение, я не знаю. Трение на хотение? Ясно. Ох, какая дверь красивая. Все время мечтаю найти дверь в Нарнию. Может, это она? Ну вот такая красота в Ягеллонском университете в здании. Прошли мы немножко, завернули влево, и вот центральное здание университета. Красивое, только немножечко в лесах. Тут экскурсия идет. Наташа уже где-то все смотрит. Помните, я такого паренька немножко испугалась. Про алкогольное видео. Красиво здесь. Ну, сейчас закрыто. Музей уже закрыт. Уже это пятница, вечер. Поэтому показываем вам не музей, а просто вот здание, как оно есть, красиво. Жалко в ремонте, но тоже интересно. Барельефы, гербы, балкончики на какой-то такой старинный лад. Труба дымовая. Ага, класс. Да, вот вон такая. Это, смотри. Вот тут вот открываются две дверцы. Вон, видишь, часы. Вот где это? Леса и справа. Видишь, эти синенькие дверцы. Это вот сейчас я на телевизоре увидела. И там фигурки перемещаются, как в это, как в Праге на этом. А, как Орлой? Тут телевизор идет про это, про университет. Ну, даже если просто зайти посмотреть, оно того стоит. Это красиво. Вот есть подъемчики. Сюда я не знаю. А, не знаю. Туда что стоит? По лесам? Давай просто посмотрим, можно ли сюда подняться. Вот-вот-вот, смотри. А. Телевизор сейчас. Открываются фигурки. Ой, пропустила, да. Немножко опоздали, то да? Самое, передвигается. Ух ты, ну красиво, конечно, здесь, когда делают вот праздники. Вот эти фигурки. Ага, вот оно как все происходит. Кстати, здесь такие надписи. Вот опять. Это во сколько? В 11 часов? Не знаю. Так, ну давайте, я начала подниматься. Сейчас поднимемся с вами по одному из старейших и величайших универов Польши и Европы. Ну, не выгоняют же пока, смотрите, и не кричат. Да никого здесь нету. Ой, как хорошо, так красиво. А, тут, наверное, можно обойти. Наташ, поднимайся, тут можно обойти. Ой, балкончик какой красивый. Сейчас мы с вами прогуляемся. Фу, тепленько. Действительно, августа жарит. А вот в июле была холодрыга плюс 13 всего. Помните наше видео, да? Смотрите обязательно. Там раковины были, будто бы настоящие.
стене построены. Так, никто пока здесь не решился пройтись, просто люди, наверное, сидят. А мы с вами идем. Все равно впечатляет, даже несмотря на леса здесь. Ну, все равно можно зайти, погулять, посмотреть. С 10 до 4, там, до 4.30. Как музей, да? Да. Ну, сейчас покажу. Ты в баком вниз. Комьюнити какое? Какое-то комьюнити, наверное. Ага, здесь закрыто. То есть туда мы не пойдем. Красиво, как золото. О, это библиотека, это понятно. Ага. Что это такое? А как он называется? Коллегиум Майус? Что-то мы только что прочли, и я вообще перепутала, как оно называется. Коллегиум Майуса. Коллегиум Майуса. Да. Звучит, как, я не знаю, Хогвартс Дамблдора. Да. Музей университета Ягеллонского. Вот музей Ягеллонского университета. И вот как красиво. Отсюда видно колодец. Там вода есть черная, это же колодец. И вон там растения растут уже по бокам. Там папоротник. Видимо, я долго им не пользовалась. Угу. Черепица какая красивая. О, а ты видела, да, морда дракона? Сливная труба. Ух, не заметила. А здесь какая-то сушка слева. Такой смешной с глазами. А тут даже змея, я бы сказала. А у дракона совсем... какой-то горбок должен быть. Кто? Ну, горбик какой-то, что опознавалось, что да, горбок, короче. У вавельского дракона горбок, я считаю. Помните видео про вавельского дракона? Вот там дракону был горбок. Налево. Какая дверь? Дверь вообще шикардосная. Наталья, заходите. Так за ручку подергайте, что же вы так? Даже вниз не опускается, да? Массив дерева сумасшедший. Угу. Зашли прям почти в последний день. А здесь, кстати, нельзя заходить. Ну, там и не зайдешь. Ну, там просто балкончик был, который я подсняла чуть-чуть. И как его, и вот памятник. Ой, что же они черепицу реставрируют? Ты посмотри. Ага, смотрю. Ого, переходы все эти новые все. Угу. Вот это работа. Я думаю, что так реставрируют, так все красиво. А смотри, гербы. Интересно, что это за гербы. Так, людей мало, хорошо. А здесь через один, ты посмотри, уже слетели чешу. Видишь, тут же тоже наверняка должен быть. Да, наверное, просто когда жизнь обтрепала, обтрусила. Ну, красивый такой колодец, слушай, вообще. Его помыть еще, и вообще супер. Наташе все дракошки нравятся, покажи. Смотри, вот этот, который с одной стороны. Поближе их. Он с чубчиком, еще и с бусиками какими-то. Ого. Это как ворона какая-то. А этот-то вообще, посмотри, какой милый. С языком. Да, хорошо, что ты сфотографировала, а то было бы плохо видно. Да, вот такие они, дракосики. Прикольные. Ой, какой ветерок приятный. Да, ветерок приятный, и так хорошо здесь посидеть. Ну, будем уже спускаться. Тю. Ух ты, какие лесенки. Ну, знаете, после Мариатского костела у нас, наверное, уже ничего не пугает. Упс, Наташа чуть не подлетела, ладно. Нет, это... Жива там? Это другое. Я не знаю, где я. А, привет, все нормально. Все нормально, отлично. Нормально, супер. Ну. Такие цветы красивые. О, смотри, кстати, я этого человечка заметила. Мне он напоминает, помнишь, ты заметила, когда мы гуляли по Кракову, как на соборе стоят такие вот. Ага, на суконном рынке, а? Капелька воды есть. А? Водичка. Что-то на латыни. Кто знает, учите. Кто знает, переведите, напишите в комменты. Нам будет приятно. Ну, вот такое вот здание. Очень зеленое. Не знаю, тут так красиво. Интересно, замечают ли студенты эту красоту? Или только в первые пару дней, когда поступают? А потом, типа, учеба, сдать бы зачет и сессию. Я думаю, нам еще люди приходят. В таком месте учиться,
Это многое, значит. Ну да. О, смотри, водят сюда туристов. Даже в закрытое помещение водят сюда туристов. Ну-ка. Ой, какой красивый этот фонтан. О-о-о. Влагу дающий в воду. Скажи, у-у. У? Нет. Ну что, есть эхо? Есть эхо? Есть. Грязное. Ну, это у в колодце растут папоротнички, еще какие-то листики. Как вишня прямо какая-то. А, вон, смотри, вон что я тебе сказала. Смотри, два этих, они как встроенные, не могу понять. То есть кусок раковины. Видишь, стены? Еще именно так сделано, как будто бы как... Ну что, я прошла, нет, что-то я не понимаю, о чем говорить. Кстати, какая дверь бирюзовая, что я не заметила сначала. Какие? О, вот эти вот раковины? Да, да, да. А, как улиточные такие. Ну, я понимаю, что это натуральные. Мы прям как вот ископатели. Ископатели. Мы ископатели. Кладокопатели. Посмотри, там же тоже лицо, как может божество какое-то, как дует ветер. Видишь, вот лицо? Да. Вот лицо. А красиво, да, да, да. Да. Тоже, как всегда, это, наверное, глаз с пирамиды. Треугольник, да, такой? Ну, да, да. Всевидящее око. Да, слушай, уже много людей подошло, мы прям еще успели его снять. Смотри, куда ключ вставляется. Ну, здесь тоже есть, но вот тоже ключ. Да, это же какой там засов должен быть. Прикинь. Интересно, ручки такие вот, да, как бы, ну вот. Ну, какие-то такие, хиленькие. Совсем простые, да. Вот это... Хиленькие, но не зайдешь. Нет, вот смотреть хотела, да? Не видно. Все, сюда не быстро. Все, ну да, просто рассказали, видимо, историю. Так особо, наверное, здесь не акцентировали. Наверное, это, скорее всего, пешая экскурсия по городу была. Посмотрите налево, посмотрите направо. Быстренько. Классно. Да. Ну что, народ, вот такое у нас сегодня. Видео нежели нашли, шли, гуляли в последний день и зашли. Мы думали, это просто здание. Это целый коллегиум Майя. Забыла, простите, пожалуйста, но лайк за юмор можете поставить. Вот такой у нас коллегиум сегодня был. Майюса. Коллегиум Майюса? Да, это, наверное, профессор вот. Был Майюс. Да, сейчас перезапишем. Шучу. Вот, так что такое у нас сегодня видео про коллегиум Майюса. Я уже хорошо произнесла. Что вы думаете? Учились бы в таком универе? Или наоборот, или прогуливали бы пары и смотрели бы. Какой же классный универ? Сейчас смотрим. Какой же классный универ? Все, мы идем гулять дальше. А с вас лайк и комментарий. Будьте добры, пожалуйста.